Всем привет! Предлагаю поиграть в такую игрушку под названием ТАГ. Как я понял из описания, да, суть этой игры в том, что мы будем рисовать граффити. Граффити. Ну что ж, не будем откладывать, let's go. Там еще было написано, что она чем-то похожа на Portal 2. Правда, я не знаю чем. Я вот этот вот уровень прошел, он элементарный, да? Здесь надо будет просто прыгнуть. Пу! И все, дальше я не проходил. Дальше мы будем проходить вместе с вами. Вы чуете, да? Так, вот у нас здесь есть оружие. Окей, баллончик. Так, left click to paint, reach click to erasable. Так, и что-то портал получается будет? Понятно, все, я понял. То есть это как портал, только это как игра портал, только разница в том, что мы будем прыгать. Let's go. А, нет, да? А где начало? Куда запрыгивать? А, все понятно. Пу! Вот управление здесь не очень, да, то есть я не могу управлять прыжком. Если я прыгну, то он летит до конца. То есть нельзя там это управлять, поворачивать. Он просто прыгает и летит. Let's go. Как я понял, нам нужно будет проходить уровни, да? И доходить до этого тупого шарика. Так, теперь... Само собой, это будет легкий уровень. Так, смотрим, что у нас далее. Так, Urban, motherfucker, bitch. Что написано? Press print screen, то скриншот нам не нужен. Up. Эй! Ну понятно, то есть на ней прыгать, но мы можем ее стереть. Кстати, ума-то придумали, мне нравится, прикольно. А давайте мы тогда сотрем все это говно. Как я понял, по идее она будет бесконечна, правильно я понимаю? Скорее всего, да. То есть, наверное, в начале уровня нам нужно будет постоянно сначала найти баллон. Вот так вот зарядить, да? То есть, видите, как далеко летит. Тут ума-то сделали, молодцы, реально, смотрите. Физика. Физика-бризика. Пау! Пау! Нет. Пау! 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 Пау-пау! Уже смешно. Ладно, let's go. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно забраться вверх. Где финиш? Вот он финиш. Ну, по логике уже понятно, что нужно идти понизу. Нет, не вот так. Вот так это вот. Пиу. Пиу. Потом пау. Кстати, музыка тоже интересная. О, как все запущено. Так, идем сюда вот. И врезаемся в столб. Теперь нам нужно залезть наверх. Там была, кстати, подсказка где-то. Вот она, подсказка. Так, если мы стоим, прыгаем, ударяемся об что-то и залазим наверх. И чё, и куда? Наверное, имеется в виду, что мы будем прыгать на плакат. Давайте попробуем прыгнуть на плакат. Но по идее, как я понял, мы должны запрыгнуть наверх. По логике. Во. Ну это тоже это изи-бризи. Фу, сейчас, наверное, будет уже посложнее. What the fuck? What the fuck? Окей, let's go. Какие-то плюшки. Угу. Что такое? А, это скорость, прикольно. Уху, спиды. То есть здесь есть скорость, да, вот она скорость. Прикольно, каждый свет. Так, мы типа прыгаем. И чё? Ну нам нужна другая сторона, у нас нету зеленой краски, правильно я понимаю? По идее, сейчас мы должны сделать следующее. Разбежаться. Здесь что у нас будет? А что такое чекпоинт? А, в смысле, если я умру, я здесь появлюсь, как я понял, правильно? Ну что ж, let's go. Ну я думаю, что я здесь вряд ли умру. У-ху! Вот она, зеленая краска как раз. Так, Up Enterprise.
Ну окей, ладно. Так, а как менять? Окей, 1, 2, все понятно, 1, 2, 3. То есть зеленая прыжок, вторая скорость. Здесь нужен прыжок по логике. И это что? Чекпоинт опять? А зачем чекпоинт-то? Подождите. Ой, тихо. Я чуть вниз не упал. А я могу вниз прыгнуть? Я не могу вниз прыгнуть. Ладно, я не знал. Будем знать. Ну вот мы подобрали чекпоинт. Кстати, интересно, здесь плюшки есть какие-нибудь? У меня есть скорость, да? Нет. Блин, ну ладно. Я вот уверен, что плюшки должны быть здесь. А, хватит баловаться, побежали. Пиу! Теперь нам нужно прыгать там. А, ну мы уже прошли почти этот уровень. Вау! Так. Нам нужно покрасить всю стенку, получается, будет. Вот так вот. Не, прикольная задумка, молодцы. Ну-ка, она обратно падает? Нет, почти падает. Ну и вот такими вот темпами. Для любителей рисовать и граффити, вот вам игра посвящается. Добро пожаловать. Опа. Можно было побыстрее, но как-то слишком медленно. Ну ладно, все ж, нам торопиться. Пиу. Изи-бризи. Ой, ладно. Так. Let's go далее. Смотрим, вот опять я говорил, что мы начинаем без краски, да? Все, подобрали прыжок. Окей. Это прыжок? Это прыжок. Так, а куда прыгать-то? А, понятно, все. То есть здесь нельзя самому прыгать, здесь можно только наступать на краску, как ни странно. Что-то как-то так странно бегать. Блин, ну что такое? Вот реально управление тяжелое. Давай, Вася. А, да, наверное, вот так нужно будет, как по старинке, как мы уже делали. Пиу, да? Да. Интерпрузе. Давайте сотрем это говно полное. Let's go далее. Просто прыгнем и все? Без приключений? Да. Окей, оби, окей. Оп. Это чекпоинт. Ага, видите, можно забраться наверх, смотрите. Вы чуете? Я так и думал, что здесь по-любому должны быть плюшки. Если это плюшка. Наверх можно забраться, а мы сейчас будем забираться вверх, но мы сделаем побыстрее, не как в прошлый раз. В прошлый раз мы с самого низа поднимались, а мы сейчас прыгнем, сделаем такую подставку. Само собой, игра бесплатная, вы не подумайте. Ничего плохого. Вот так. Опа! Опа! Оп! И чё? И всё? А, я могу вверх забраться, да? И все, здесь ничего нечего смотреть больше, туда и вверх я не могу. Подожди. Или могу. О, смотрите, забрался. Не туда! Ладно. Бывает и такое, извентиляюсь. Я думал, что они нормальные разработчики. Опа, оп. Да господи, давай. Поехали. Опс. Так, приехали. Ну сюда, я думаю, мне не надо. А почему в бок-то, ну господи? Ладно, все, извини, так получилось. Но я не знал, что он в бок прыгнет. Давай. Так, здесь я перематывать не буду в этой игре, потому что геморройно это делает, честно сказать. А, да, видите, я не могу вверх, все понятно, аж поэтому нужно сюда вот прыгать, все, я понял. Да останьте уже от меня. Так, давайте сюда дерьмо уберем тупое. Нормально, let's go. Вот так, запрыгиваем сюда. Почему он бок-то прыгает, что за бред? Еще раз. Во, сейчас он прямо прыгнул. Так, тихо, не балуйся. А, я, наверное, ударялся об это говно, все, понял. Let's go, быстрее. Я должен не ударить лицом в лицо. Лицом в грязь, так, let's go. Там мы были, там какая-то плюшка, мы туда сейчас придем, да? Все, забраться нереально. О!
Что, простите, и что это такое? Типа я должен сюда удариться и туда прыгнуть, как я понимаю, правильно? А почему он нарисован сверху? Странно. Ну, у меня есть чекпоинт, будем пробовать, чё ж. Нормально. Окей. У меня есть коростуха. Как я понимаю, да? Я вернуться должен туда. И, наверное, все же на скоростухе, правильно? Нет! Я так быстро сдох. О, видали, да? Если я взял баллончик, то все, можно не идти туда больше. Окей, нам сейчас нужно подняться вверх. Подождите, стоп, стоп, стоп. А я могу только оттуда подняться и все? Непонятно. Нет, здесь не смогу. Это бред, конечно, вообще. Самый бредовый поступок в мире. Нет, отсюда я никак не заберусь туда, подождите. Ладно, давайте тогда сейчас я сдохну. Я сдохнуть не могу, блин, а. А, сейчас я перемотаю. По-другому. Так, все, go пробовать еще раз. А, он же нарисован. Я вот так и думал, блин, вот я так и думал, что нужно разбег, потом прыжок. Но решил попробовать сначала просто разбег. Блин, я же не знаю, правильно всю физику игры будет работать, так не будет. Оказывается, видите, будет работать. Если разбег сделать и прыжок, то он, по идее, да. Ой. То он должен... сильнее прыгнуть, да. Ой, как сильно прыгнул. Если он может то же самое сделать, я думаю. Да, там тем более там стенка. Если что, мы врежемся в стеночку. Оп! Это разбег будет, это будет прыжок. А здесь какая-то плюшка, да? Или здесь нету плюшки, подождите, секундочку, надо все проверить. Нету плюшки, ладно, это будьте. Так, чекпоинт, это еще не конец оказывается. Фасфиром вверх. Так, ладно, смотрим, что у нас здесь есть, давайте проверим. Ой, извиняюсь. Я просто хочу поискать все плюшки. Ну, сейчас быстренько мы здесь прямо появимся. Это ничего страшного. Здесь жизни нету. Да господи, я говорю, управление очень резкое. Ну, давайте смотреть. Куда нам идти дальше? О, лифт, да? Даже так. Это вот заява. Вот это вот интересная заява. Как я туда дойду-то, извините меня. Ну-ка, давайте попробуем тогда вот так. Ничего не обещаю, сразу говорю, попробуем вот так. У-ху-ху! А, понятно, надо было вот сюда вот прыгать. Я немножечко далеко. Немножко далеко я разошелся, надо было сюда вот. Ну ничего сложного нету. Пиу! Да, да, изи-бризи, короче. А я, видите, решил сразу прыгать на лифт. Ладно, так, прыгаем сюда вот. Моп. И теперь нужно на эту шляпу прыгнуть, да? Я же могу просто прыгнуть? Нет, мы не будем рисковать. О, здесь уже красное говно есть. А что он показывает? Смотрите. Спид. Странно. Я же вроде здоровый. О, все, let's go. Так? Чекпоинт. Ну нифига здесь уровни, Вася. Но это вам уже не изи-бризи, заметьте. Это уже посложнее. Пау-пау. Ой. Извентиляюсь. Ой, блин, я забыл про лифт. Так. Стоп, стоп это, а че я наверх-то не смог запрыгнуть? Я плохо прыгнул, типа, или чё? Разбег, наверное, да? Да? Я не улечу, не улечу. Ну-ка еще раз, подожди, сейчас попробуем еще раз. Так, давай, давай, должно работать. Ну, блин, ну что-то не хватает. А, наверное, в ту сторону надо. Что ж такое-то, а?
Куда надо? Куда? О, да, блин, тупые дебилы, они просто неправильно сделали, это вот их ошибка, заметьте. Ладно, let's go. Ладно, еще раз, так, давайте мы это уберем. Сейчас мы пройдем этот уровень. Опа! Изи-бризи, так, окей. И теперь давай, без баловства, нормально запрыгни же свою жопу тупую. Еще раз. Не хватает ему, видимо, что-то не хватает. Разбега не хватает. Можно сделать вот таким вот образом. То есть под углом, тогда у нас разбег будет побольше. Ну вы поняли, да? Вы сами все поняли. Так. И чё, опять наверх сюда надо теперь? Попробуем, окей. Так, давайте поливаем, поливаем. Пошло. По трубам пошло, так. И опять давайте сделаем разбег. Опа! Нормально, вроде что-то получилось. А, и последнее, да? Ну, как обычно, давайте. Не будем изменять моде. Опа! Оп! Уматно, что краска бесконечная. Ой, я думаю, я упал уже. Да, реально, это вот пугает меня пластины. Уматно, что краска бесконечная. Я же могу в облако врезаться. Блин! Ну что ж, let's go к финалу. Давайте еще один уровень пройдем и хватит вам. О! Поезд, смотрите. Поезддатый поезд. Окей. Ой, больно. Ну что ж, пойдемте подбирать наши итемы. А, я должен еще пройти быстренько сюда, пока поезд едет, да? Нифига! Каким-то образом я должен туда пройти. Нормально. Так, все, подобрали скорость. Полем. Так. По идее, сюда, как я понимаю, да? А куда я должен идти-то? А, я должен сюда идти, что ли? Понятно. Let's go. Так, чекпоинт подобрали. Теперь мы должны с разбега сделать вертушку в щи. Ну что ж, ну давайте. Ага. Теперь смотрим, что же дальше. О, вот это интересно. Нужно пробежаться прям по поезду, да? Вот это заява. А если я покрашу весь поезд, это будет нормально, да? Как я понимаю? Они разные? Ну-ка, подождите. А он будет покрашенный? А чё, как вариант, неплохо так. Зато будет гарантия. Да, смотрите, он покрашенный. Прикольно, прикольно. Let's go. Ладно, все успел. Так, прыжок, да, мы взяли. Зачем нам нужен прыжок? Наверх сюда, вот, наверное, да, как всегда. Можно прямо отсюда, по идее. Оп. И сюда вот. Оп. Так, здесь нужен нам будет разбег, как я понимаю. Разбег. Букс. Так, чекпоинт опять, да, мы должны сделать прыжок. И разбег. Ой, какой-то кривой разбег, ну ладно, ничего страшного. Мне не привыкать. Ну что за бред-то, это баг. Дайте я сдохну лучше, тогда быстрее. Я говорю, здесь бывает такой баг с управлением, что он просто улетает. Let's go. Вау. Оу. О! О, синее, смотри, синее говно. What the fuck? What the fuck? Что это такое? Что происходит со мной? Ладно, мы должны, по идее, просто идти, как я понимаю. Это типа он по этой фигне ходит, смотрите. Прикольно, прикольно. Ну ладно, еще один уровень. Давайте быстренько пройдем по фасту. Вот мы подобрали новый вид. Как я понял, это ходить по стенкам, да?
А то мы еще не видели такой фигни. Ой, как неудобно-то. Вы что, издеваетесь вверх ногами? Прикольно. Не, даже удобно, смотрите. Такой темы, наверное, позавидует любой шутер. Как реалистично, смотрите. Оп, оп. Здравствуйте, где я? А, вот, все, let's go. Окей. Опа-па-па-па-па-па. Ой, ой, прыжок. А мне нужен прыжок? А, видите, специально сделали, да, если мы закрасим, чтобы появилось. А, успел, молодец. Не, прикольно, мне нравится эта фигня больше всего, наверное. Ну что ж, let's go, пошли. А, здесь тоже, здесь все изи-бризи, да? Ой, блин. Меня немного укачивает. Let's go, let's go. Потом переворачиваемся. Не, офигенно, молодцы. Скачайте игру. Вы просто введите название, да? Название ролика вы увидите, название игры. И скачайте. Бесплатно, весит она мало. По-моему, там, ну, мегабайт 70 или 30. Ну, мало, короче. Все, где я? Я вверх ногами? Я уже запутался. Нет, нормально. Вот так. Не, прикольно, молодцы, офигенно сделали. Вот реально Человек-паук. Вот вам Ассасин Крида, да, пускай завидуют. Там такого нету, здесь круто. Здесь круче миллион раз. Мы сами рисуем путь и сами туда идем. Я правильно рисовал? Сами рисуем себе дорогу. Дорогу в рай! Так, подождите, я немного заблудился. А где это говно-то? Так, секунду. Вот с этой фигни ты путаешься просто нереально сильно. А где вход? А, все, вижу. Где я? Вот он. Окей, ладно, let's go. И все что ли? Изи бризи. Для нас это, понимаете, слишком изи. Все. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, скачивайте игру. Всем пока.